Россия и Европа должны преодолеть все разногласия и начать активно сотрудничать. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил сегодня бывший президент Франции Николя Саркози. Он прибыл в Москву с частным визитом. Отношениям, которые в последнее время сложились между Россией и западными партнерами, на переговорах было уделено особое внимание. Как отмечалось на встрече, нынешняя ситуация мешает эффективному диалогу. Российский президент, который уже не первый раз встречается с Саркози с тех пор, как тот покинул Елисейский дворец, отметил, что им всегда удавалось находить решение по самым сложным вопросам. Я очень рад тебя видеть, Николя. Давно не виделись, уже целый год. За это время произошло очень много событий и в Европе, и в мире, и в наших двусторонних отношениях. Очень рад иметь возможность подискутировать по всем этим проблемам. Ты знаешь, я всегда был убежден, что мир нуждается в России. Россия и Европа должны работать вместе, несмотря на то, что между нами иногда случались разногласия, нам всегда удавалось находить компромисс. Нужно всегда слушать друг друга, а главное, нужно друг друга уважать. И мне кажется, это основные принципы сотрудничества России и Франции. Это правда. У нас действительно многое получалось.